Так. Какой-то паук на входе у него стоял, дебил, вообще непонятно, что что. Опять паук на входе стоит! В смысле, паук какой? Какой паук? Чёрт забрал его! Ты стоял на входе, говнюк! Я знал, что я не галлюцинация! Канал Panix Game. Качественный контент, дружелюбная атмосфера, хороший монтаж, общение с подписчиками и также прохождение самых интересных игр, на просмотрах которых не жалко потратить время. Ссылочка в описании. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой в очередной раз мы продолжим прятаться друг от друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашей предыдущей серией троллинга прятки. Только благодаря вам мы и записываем эту серию. Поэтому, ребята, ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингами и с прятками. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Да. И мое. Да. Мы так давно не снимали троллинг прятки. Прям так давно. Прям вообще. А что, потому что вы лайков мало ставите. Много лайков будет еще больше серий. Сложно же поставить. Поэтому, ребята, давайте вперед. Ну что, Жека, я пошел, да? Давай, все, пока. Ну что, ребята, вот, в принципе, мой троллинг, в чем он будет заключаться, точнее, не троллинг, а троллинг-прятки, что это будет такое? Я для Жеки построил такую небольшую психушку, и не знаю, почему именно психушку, не знаю, с чем это связано с Жекой, может он, типа, с ума сходит в последнее время, хрен его знает, вот, честно, хрен его знает, просто вот построил, и сейчас мы посмотрим, что с этого получится, сможет ли Жека тут затроллиться, потому что у меня вот тут внутри, ой, как много, ой, как много всего, вы себе даже не представляете, тут у меня даже есть вот скорая помощь, хотя это больше похоже на какой-то фургон со шпионами, не знаю, честное слово, ну, много тут всякого, надеюсь, что Жека меня хотя бы поищет минутки так 4-5, а не сразу меня найдет, как обычно. Поэтому, ребята, давайте будем начинать. Сначала я пойду к Жеке. Он там какой-то унитаз построил. Хрен его знает, что это такое. Пойдем туда и вернемся ко мне. Да. Ну что, Жека, я иду, да? Можно давай, идти? Давай, иди. Да. Давай, иди, Эдисон, я тебя уже жду. Вот, ну ты да, давай. Да. Посижу, тебя подожду, заходи на мою карту, великолепно. Ага, значит ты сидишь, да? Или ты меня разводишь, Жека? Я тебя, возможно, и развожу, да? Так, ладно, что это такое? Что за цветочки, за туалеты какие-то странные, Жека? Да, знаешь, это туалет просто в весь в цветочках. Да, давай, вот, давай, ищи меня. Ладно. Посидит он, да, значит, посидит он. Да, ты не спи там, Жек, я сейчас тебе быстренько... Ну давай, ищи. А это что такое возле туалета? Это что такое? Что там такое возле туалета? Ой, так, Жека. Что-то тут странное, что-то мне кажется, это ты. Или нет? Да, ну попробуй ударить. Сейчас, траекторию нужно выявить, Жека, траекторию. Вот это ты. Нет. Я ошибся. Так, ладно. Ну давай. Подожди, ты сказал посидишь, да? А тут есть туалет. Значит, ты где-то в тубзике сидишь, да? Да, я сижу прям на туалете. Я откладываю личинки. О, сейчас по кокондюлям походить. Хорошо. Так, Жека. Давай. Не зевай, сейчас все будет, Жека, не переживай. Так. Да, все будет у него. Ты меня не найдешь, Эдисон. Я так спрятался, что ты меня просто никогда не найдешь. Никогда? Вот прям. Так, кстати, Эдисон, еще в бачок можно залезть. Я вижу, тут еще внутри что-то есть. Так, ладно. Нет, в смысле, не вовнутрь, а еще в бачок сам. А, в сам бачок, да? Да, там просто, знаешь, где лестница, двери, там типа двери скрытые. Со своими опять пауками. Жека, если ты опять будешь пауком в этой серии, я тебя просто задушу, честно. Я паук. Ты паук, да? То есть паук вот так делает. Он так. Эх! Прям подумал то, что это ты. Так, посидишь. Ты меня разводишь, Жека, да? Ты меня разводишь. Да. Не, Жека, признавайся. Ну признайся, ну где ты, чтобы я тебя опять 10 минут не искал. Ну пожалуйста. Жека. Да, Жека, ну пожалуйста. Может, ты тоже пойти полежать, как ты в одной серии? Да, не было. Ой, я, пожалуй, посплю. Не было такого, Жека. Не было такого. Я вот с крипером поиграю, вот здесь. Ну прикольно, прикольно. Так, есть крипер. Так, ребята, давайте будем следить, кто опускает голову или кто поднимает. Давай. Ага, хотя если он сказал полежать, посидеть, значит он не бегает, значит он реально там херней какой-то страдает. А может просто пока ты меня не видишь, я не бегаю, когда ты меня видишь, я бегаю. Да?
Да. Я даже себе чаечек забыл сделать, у меня вот тут закончился, видишь, даже попить не могу. Эх. Эх. Так, если ты взял чай в руку, значит, ты не мог поворачивать мышкой, поэтому ты 100% не паук. Я прям Шерлоком сейчас буду, Жека. Ну давай, давай, давай. Может, еще выключить микрофон, я пока отойду куда-нибудь тут, не знаю. Да, ну, ну давай, давай. А мне интересно, а как внутрь сюда попасть? А в этот, в эту фигню? Знаешь, там, да. В бачок как? Да, там, там что-то есть, по-моему, кокандюли, кокандюли, да? Кокандюли, да? Да. О, еще внутрь, прям внутрь-внутрь можно, да? Да, прям внутрь-внутрь, прям в какашках можно поплавать. Это какашки типа? Наверное, да. Я же не знаю, Жека, где это. Я не буду бегать миллион раз, хорошо? Почему, в смысле? Эх, эх, это не ты, так. Ой, ты прям тут шахты настроил, ты с ума сошел, Жека? В смысле шахты? Это как бы канализация в какашках. Канализация. Ну как бы да. Не, это шахты какие-то. Ну как смотри, бы да, это канализация, блин, какашка. Ой, так. Ну. Да ну нет! В смысле? В смысле? Почему? Потому что ты у меня боком как-то лежал, Жека, или ты стояла, даже если честно, не понял, что это было сейчас. Да иди ты в жопу, Эдис, я там так беспалевно лег. В смысле беспалевно? Это вообще как бы два НПСа лежало в одном месте, поэтому сразу палевно. И что? Чё ты, ладно, Жека, не получилось у тебя полежать, но блин! Ладно, Эдисон, давай, я готов тебе искать. Я просто Шерлоком был в этой серии уже. Ну хорошо, хорошо, Шерлок, ты Шерлок, Шерлок, так уж и быть. Ну что ж, я могу уже бежать, да, я могу идти? Ну давай, Жека, давай, я тебя буду ждать, тут буду тебя ждать. Опять в смысле, я только зашёл, алло! А чё там? Они тебя бьют или что? Эдисон, за мной бегает орда! Ай, в Африке горы, что, да, я... Да, могу... да, 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 давай, Жека, боюсь. Давай, ищи меня. Я боюсь, я не хочу сюда заходить. Чё, что-то Жека там горит, какой-то хрень, никто его там не бьет, он просто не хочет меня искать, поэтому вот и горит. Вот, ага, ну вот эти вот все на меня нападали, значит, это не ты. Вот они все на меня нападали, значит, это был не шо, ты. Шо, шо, нет, Жека, так, а может, я перепрятался, подожди, может, я перепрятался. А, ну хорошо, хорошо, да, да, перепрятался, вот, конечно. Перепрятался. Ну ладно, если хочешь, не верь, как бы, мне вообще по барабану, Жека. Мистер Автобус, что это за автобус, я не понял. А ну давай рассказывай сюжет мне своей карты, потому что я что-то не понимаю. Ты попал в психушку, Жека, да. Ты попал в психушку. Просто творится всякая хренотень, понимаешь? Просто много всякой хренотень. Я понял, понял. Да. Так. Так, Редстоун, это. Ой, ай, кто там тебя убил, Жека? Это, меня убили. Кто? Убил. Редстоун. Ой, мама дорогая, что это такое? В смысле, где? Что это такое? Не знаю. Ты на улице посмотри, Жек, на улице посмотри. Так. Мистер Кукурица. Кого? Мистер Кукурица! Меня бьет мистер Кукурица! О, боже, Кукурица! А ты видел уже мой автобус, да, Жека? Там есть что-то прикольное внутри. Нет, там что-то ничего нет. В смысле ничего, там есть. Много чего. Да. Ладно. Ладно. А счет. Почему все стоят ровно, а вот эта вот курица повернута куда-то вот сюда? Какая курица? Я вот своими крылышками. Ну-ка. Может, потому что тваренный этот майн конченый, который не работает. Извини, Эдисон. Извини. А, Жека, твою мать. Понимаешь, просто ты понимаешь, почему я тебя сразу нашел? Потому что у тебя все НПС лежали, а ты просто боком стоял. Понимаешь? Этот троллинг прятки, ребята? Ребят, мне кажется, я уже с ума сошел, разговариваю. Ты куда побежал? Алло, алло. А, ты сейчас прячешься, да? Я не знаю. Давай, я просто... Люди, это хрень, честно. Ты понимаешь, Жека, я 10 минут настраивал эту курицу кончу, чтобы я просто ровно стал, ровно башкой смотрел, а ты пришел и смотришь, как я куда-то в сторону смотрю. Это просто круто. Ты в сторону смотрел, так крылышками, так... Ой, все, короче, ладно, давай, я сейчас пойду спрячусь на твоей карте, да? Давай. Ой, капут просто. Так я бегу. Я иду, ты меня жди. Ждёшь? Мне опять залагает, как бы я не виноват, понял, да? Да. Понял, ой, да? Я вообще не виноват. Начинай этот троллинг, мать его, и вот это все бесит просто бесит. Да. Полчаса настраиваешь, полчаса прячешься, а потом Жека приходит, твою мать, залагивает троллинг, вот это все, и Жека находит меня за секунду. Прикольно. Эдисон, ты уже второй раз прячешься в курице, понимаешь? Мне кажется, что-то это значит. Курица, да
нет, не второй раз. Да, второй раз курица. Второй раз курица, понимаешь? Я второй раз курица. Да, второй раз курица. Так. Мне кажется, это просто неспроста. Это неспроста. Кто тут башкой вертит, а, Жек? Кто тут башкой вертит? Никто здесь башкой не вертит. Вот у меня есть одна догадка. Вот знаешь, давай, Жека, мы будем сейчас рассуждать логи. Я не знаю, прав я или нет, хорошо? Жека, я убегаю! Улетаю! Жека, лети! Нет, не летит! Подожди, Жека, а как ты понял то, что я на тебя подумал? Отстань, отвали от меня! Я не буду с тобой играть! Обошёл вон! Собака! Говно! Жопа! Знаешь, как я понял, Жек? Потому что я помню то, что там траектория вообще другая была в этой летучей мыши. Да не то, она бегала под деревом, а я не мог бегать под деревом. Она почему-то в один блок, но она не может бегать в местах в один блок. А ты сразу понял, да, то, что я на тебя подумаю? Вот прям сразу. Да. Все, давай, Жека, и прячься на моей карте. Так, давай, пожалуйста, пожалуйста, не залагай. Ну, я просто прошу, Жека, хорошо? Чтобы не залагало. Подожди, я превращусь в обычного человека, да? Спаунпоинт поставлю. Ну что ты там? Ты уже оценил мой комфортабельный туалет? Почему-то, Жека, вот почему-то на 100% мне кажется, ты меня так же спалишь просто за 3 секунды так же, как я тебя. Потому что мы досконально знаем свои карты, поэтому... Это такое, Жека. Не знаю, так, подожди, отстань! Я не могу тебя найти. Так, подожди, может быть ты... Я просто знаю... Чё? Нет. Почему здесь лестница сломана? Ладно. Я случайно, Жека. Случайно, когда залезал туда наверх, случайно сломал ее. А-а-а, значит, ты наверху, да? Нет. Нет, не наверху, Жека, нет. Не наверху. Посмотри, там другое какое-то место, не знаю, там опять в кокондюлях просто поройся, не знаю, Жека. Ну, мне кажется, прикольно будет. Кокондюля, Жека, ты же любишь кокондюли. О, так, ладно. Такое-се. Кокондюлях, ну, да, значит, ну ладно. Может нет, а может да, может нет, Жека. Я не знаю, ищи где хочешь, просто ищи где хочешь. Сейчас тебя найду, не переживай. Ну давай. Так, мистеры пауки, пожалуйста, вы можете... Да, я тут, да, смотри, вот я, я тут. Нет, это не ты. Я паук. Так, может быть ты где-то здесь? Жека. Так, НПС что-то не бьется. Да. Ну ты сам его настраивал, поэтому не ко мне претензии. Да как бы ладно, не бывает. Так, ну что-то как-то непонятно, Эдисон. Что-то ты тут творишь странное, непонятное. Какой-то масонский заговор. Жека, это твоя карта. Я на своей карте тебя нашел за 3 секунды, поэтому давай ищи. Да потому что у тебя плохая карта. Да. Так, а почему здесь сломано? Mm-hmm. Почему ты сломал здесь стекло? Да ты сломал стекло. Почему? Я не знаю, кто сломал. А может не я, Жек, а может я. Это ты на моем троллинге, когда меня искал, сломал мое стекло. Да, я просто вылетал, поэтому сломал, да. Ах, ты говно. Мне кажется, Жек, здесь, Жек, да. Я заколебался, должен... честно. Я честно тебе скажу подсказочку такую, я заколебался. Заколебал. Значит, ты лежишь, хорошо. Шерлок Холмс, так. Как хочешь, Жека, лежу, сижу, сплю, бегаю, прыгаю, как хочешь. Почему НПС не... Бляха-муха. Кто там ходит, бегает, или никого тут нету, или есть? Нет, где? Ну где же, алло? Да где, я не понимаю ничего! В смысле ты понимаешь? Ты сраный четерюга! Ты сраный четерюга! Ничего подобного, Жека. Так, ладно. Где ты, Жека, где ты? Отстань от меня, тупое дерево, пошел вон! Так. Где ты, Жека, где ты? Нет. Тебя там нету, нет, тебя там... Что это сейчас было вообще? Тебя там нет, Жека. Что это сейчас было, нахрен? В смысле? Почему здесь паук стоял на входе? У тебя чё, галёный шикой накрывал? Алло, я точно видел здесь паука, застоял. Ты что, дурак, Жека? Я тут стоял паук на входе в туалет, в смысле? Жека, ты с ума сошёл, какой нафиг паук, алло? Жека, чё-то я не могу понять, чё он вообще там, ребят, горит? Чё у него вообще там на видосе творится? Не могу понять, честно. Так, стоп, здесь был где-то паук.
Паук. Подожди, объясни мне. Паук стоял на входе, да? Угу. Паук стоял и ждал тебя на входе, да? Да! Чё-то вообще странное. Потом испарился, да? Так, нет, я не псих. Не надо мне. Ну, как знаешь, Жека, я не знаю. Ты же у меня сегодня в психушке был, да? Поэтому делай выводы, ищи ошибки. Я не понимаю, да где ты? Я тут все обыскал. В смысле не понимаешь? Вот, тебя нет. В смысле не понимаешь? Я заколебался каждый раз туда залазить, а посмотри. Так. Какой-то паук на входе у него стоял, дебил. Вообще непонятно, что... Опять паук на входе стоит! В смысле, паук какой? Это какой паук? Чёрт забрал его! Ты стоял на входе, говнюк! Я знал, что это не галлюцинация! Жека, ты пил, я уже второй раз спалюсь такой. Ах, ты же говнюк! Я реально думал, что это какие-то лаги. Так. Ой, Жека, Жек, ой! Где этот странный паук? Ой, Жека, Жек. Я тебя найду. Давай, ищи меня. А может, я уже не паук, Жека? Да смысл, так нечестно, не. Не, замолчал, даже смотрите, ребят, замолчал, сосредоточился, ищет какого-то там паука непонятного. Его галёный, ребят, он вообще псих. Не зря я ему сегодня психушку построил. Жека, давай. Да не я! Да! Просто искусственный интеллект, no scope, easy. Да. А то, что я два раза выбегал и палился перед тобой, что ты меня наконец-то заметил. Да блин, я реально думал, что это какие-то лаги. Я не думал, что паук на меня смотрит, что ли. А потом еще галюны, типа, паук выбежал, посмотрел на Жеку. Да! Ой, Жека. Ну что, ребята, мы, в принципе, уже на этом будем заканчивать. Это троллинг сумасшедший. Поэтому, ребята, как обычно, ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий. Чем больше лак наберем, тем больше серий будет выходить. И, ребята, не забывайте писать ваши комментарии, мы будем обязательно их читать и будем к вам прислушиваться. И вообще, нравится ли вам этот троллинг прятки, пишите обязательно. Вот. Да, поэтому, ребята, огромное спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока. Покедова, ребята.